Я малышей снимаю, не слышу, как меня зовут. Ой, канистра. Бросил лейку, все. И лейка не нужна. Тьфу, лейка, господи, канистра. Уже запуталась, потому что плотная канистра такая хорошая. На, оставил. Все. Наигрался. Ну, а я не слышу, мне потом слышу, Владимир кричит. Ну, не, ну, чуть-чуть хоть. Плавал. Ну, он почаще плавает. Ну, брось. Бросил. Показал немножко, да, и хватит, скажи. Прыгнет все равно сейчас. Это он так играет. Походит, походит и... Кай, не отпускаешь, да? Не отпускаешь меня, Каюша? Ой, господи, да что ж такое, с пеньком падаю. Неустойчивый пенек. Ну что? Все? Вот ты что? Стоим, разговариваем, это посмотри-ка, что? Взял, прыгнул. Ё-моё, ну мы даже не думали, что он прыгнул. Вот это. Ой. Вот это да. Не ожидаю. Ну, делал, ты вышел. Что-то я настройки на фото делал. Он взял, вышел. Сейчас бросит, допрыгнет. Вот Кай обманул, как нас. Сейчас будет ходить. Ты сбросил лейку. Вот. Он лейку тут не утащил. Это канистра. Сейчас прыгнет. Обманет нас и опять прыгнет. Ну ты ж надо так, неожиданно прыгнул. Ё-моё. Вот Каюша хитрый какой. И сейчас смотрит. Я выключила камеру, он взял и упал. Ну посмотрите, что. Шел это. Но это как так? Это как? Это вообще. И Сережа как раз и у него все выключено. Офигеть. А, вон он включил там. Ну. Ой. Дайте.